наследство перешла квартира деда, которая сейчас пустует. Счет за общедомовые нужды по электричеству приходит. Подскажите, пожалуйста, я обязан оплачивать эти квитанции или нет, ведь в квартире никто не проживает. В соответствии с постановлением правительства номер 354 от 6 мая 2011 года в расчете платы на общедомовые нужды участвуют площади всех жилых и нежилых помещений в доме. А таким образом, если гражданин хоть не проживает в этой квартире, но все равно обязан оплачивать долю общедомовых нужд, рассчитанную пропорционально площади его квартиры. Согласно пункта 88 вышеуказанного постановления, размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды не подлежат перерасчету даже в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении.